Елена Бессараб, учитель истории и обществознания гимназии номер 11, в системе образования работает более 25 лет. В Одинцово Елена вместе с супругом приехала 13 лет назад. Создание в городе детско-родительского клуба – результат ее многолетней педагогической деятельности. Инициатива направлена прежде всего на реализацию совместного творческого досуга и общения детей, родителей, бабушек и дедушек под руководством профильных специалистов. Автор убеждена, этот самобытный проект будет востребован жителями района. Это пришло вот именно от боли, что ли, что кругом суета, родители постоянно на работе. Я тут читала статистику, что мы, в общем-то, видимся всего лишь 8 часов, и то большинство этого времени приходится на субботу-воскресенье. И вот хотелось создать такой клуб, такое пространство, где бы любой человек мог прийти с ребенком и пообщаться именно с ним так, как нигде он не общается. Тематика занятий самая разная – искусство, естественные науки, технологии и даже кулинария. Кроме того, посетителям клуба будут предложены тренинги, подготовленные психологом и направленные на развитие навыков общения, сотрудничества и разрешения конфликтов с детьми. Каждый участник выбирает удобную форму взаимодействия, возможно посещение как одного, так и сразу нескольких занятий, посвященных одной тематике. Особенность клуба – получение конкретного результата после прохождения каждого модуля. Модули, они отдельно друг от друга. Специально так сделала, потому что мы все занятые люди, и это недолгосрочная такая программа вот курсов, да, что вот 36 часов и все. Нет, здесь и сейчас и ребенок, и родитель может получить определенный результат. На месяц мы вывешиваем программу этого клуба, и каждый родитель может выбрать себе число, программу, на которую он хочет пойти. Предположим, вот в данном случае сегодня, да, мы учимся переговорным техникам и приглашаем только взрослых. А уже, по-моему, 30 числа это будет такое музейное занятие, выездное музейное занятие, которое будут проводить специалисты Государственного исторического музея. То есть туда уже придут дети вместе с родителями 1-3 класс. Пилотной площадкой для запуска проекта стала Одинцовская гимназия номер 11. Родители учеников с нетерпением ждали начала занятий в клубе. Это новая ступень в общении, то есть это не обмен сплетнями, не обсуждение каких-то деталей у крыльца школы, а именно в стенах самой школы с участием компетентных лиц, в том числе и психологов. То есть мы, наверное, ждали этого какое-то время, чтобы выйти на этот уровень. Елена Бессараб приглашает всех желающих детей и родителей на бесплатные занятия. С расписанием модулей можно ознакомиться на сайте гимназии номер 11 или страничке клуба в Facebook. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».